Здравствуйте! На Первом канале «Колхозные новости». С вами Андрей Ухарев. Дорогие друзья, 5 минут назад стало известно о том, уже 6, 93 марта родился замечательный человек. Ебошное имя — Серафим Матрасович Пупкин. Именинник уже появился, то есть покрасил, простите, принял на грудь и уже с егошными друзьями празднует свой день рождения. С поздравительным словом выступил царь, то есть пока что еще президент, Владимир Владыкович Путин. У меня к вам две новости. Закадровый голос хорошая, убирается. А другая тоже хорошая, но теперь уже не новость. На свет появился выдающийся человек. О егошной личности мне сообщили недавно. Замечу, что эта новость застала меня врасплох. Поэтому в спешном порядке попрошу выписать господину Пупкину благодарственное письмо. И закадровый голос, и что еще можно убирается. Подарить человеку, который является патриотом страны? От чистого сердца примите мои искренние поздравления. И прошу передать Серафиму сборник послания Федерального собрания за все годы маёшного правления. Смотрите на здоровье. Но я передаю слово президенту Америки Джо Байдену. Ну, что я могу сказать про него? Кто я и кто он? Я вам сейчас говорил, а сердечко так бьется и бьется. Хотя при этом я его еще ни разу и не видел. Приехал бы к нам на Америку, и я бы его гарным салом угостил. А поскольку он от нас далече, значит и сала немає. Вот так. Я надеюсь, что все равно не приедет. Незалежный президент Украины Владимир Зеленский поздравил именинника. Уважаемый Серафим Матрасович, вы только не плачьте. Как говорится, годы летят. И пускай. Потому что обратной дороги все равно уже нет. Мой вам совет. Улыбайтесь. Закадровый голос. Минута нравится. Смеха продлевает год жизни, условно. Не вижу повода для грусти. Главное, чтобы было здоровье. Ну, а остальное все у вас будет. Александр Григорьевич Лукашенко. К нам присоединился президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. Поздравить? А вы видели этого именинника? Сидит на понтах, столы от еды ломятся. Смотрите, мне плевать на кризис. Я здесь день рождения справляю. Это нормально? Александр Григорьевич, идет трансляция. Какая еще трансляция? Нет. Вы же неправильно меня поняли. Собственно. Закадровый голос убирается. Я же о другом имениннике говорил вам. Ну, Серафим Матрасович, ну как же, это лучший человек в России. И я поздравляю его с таким священным днем. Да, я желаю ему счастья. Закадровый его он сам Путин поздравляет. Убирается. А я же, что же по-вашему, чем хуже? Первый канал поздравляет вас с днем рождения. С вами были «Колхозные новости». Закадровый голос убирается. Приятного вечера.